От королей манежа к королям сцены. Малый, Александринский, БДТ имени Горького. Горе от ума теперь и в Курском драматическом. На этих выходных открывается 224-й театральный сезон. Начало будет положено Грибоедовым и его бессмертным произведением. Моя коллега Юлия Матвеева побывала на генеральном прогоне спектакля и узнала, почему Курский-Чацкий носит очки. А вокруг одни маски, и уже не понять, где настоящий человек, а где его лжедвойник. Та самая бессмертная классика, прикоснуться к которой и страшно, и отрадно. Юрий Буре все-таки решился. Поставил спектакль, к которому шел всю жизнь. Еще его отец блистательно играл Чацкого. В память о нем на главном герое – очки. Он когда-то Чацкого, наверное, первый играл в очках. И вот в память об отце я надел на Диму Баркалова очки. Не герой, как обычно принято воспринимать Чацкого, герой без страха и упрека, а вот такой читающий человек, думающий, ну, как теперь говорят школьники, немножко ботаник. Дмитрий Баркалов, Елена Цымбал, Михаил Тюленев – молодые артисты вспоминают школьную классику. Сцену с ними делят и народная артистка Лариса Соколова, и заслуженный Эдуард Баранов, вслед за Щепкиным, Ленским и Ильинским, проживающий жизнь Фамусова. Бессмертному произведению и декорации под стать. Портреты царских вельмож, мебель эпохи классицизма, дорогой паркет и мостик, стирающий грань между сценой и зрительным залом. Формально это называется «Дорога цветов». Это принцип японского театра, но как бы работа через зал, работа со зрителем. Ну, в этом есть определенный эффект присутствия меня внутри пространства и этого пространства, которое входит в зрительный зал. Работа с Грибоедовым – подарок судьбы, считает художник. Согласно с ним и курская Софья. Девушка в восторге и от декораций, и от костюмов. И все нравится мне, во всем удобно, во всем комфортно. И вообще мне кажется, что мне надо было немножко пораньше родиться, как раз вот когда так ходили. Мне комфортно. Премьера спектакля 19 сентября. Кроме того, на следующей неделе на нашей сцене Тверской академический театр драмы. Курянам покажут «Маскарад», «Собаку на сене», детский мюзикл «Бременские музыканты» и другие постановки. Юлия Матвеева, Андрей Дегтярев, телеканал «Сеим».